Вот. Вот там крайние деревья. Вот так вот у нас все. Это мы уже туда. Да. Борьбу со стихией в Красноармейском районе ведут непрерывно. На этот раз река Большая Усурка подступила к селу Вострецово, рассказывает глава района. Необходимо укрепить берег, а в местном бюджете на это средств нет. Глава региона осмотрел местность и принял решение выделить деньги из резервного фонда. На работы требуется более 7 миллионов рублей. Деньги мы вам перечислим там уже на этой неделе, если там все документы готовы. Да, относя все пришло. Ну, все. А и дальше вы что-то организовываете. 2 года назад Владимир Миклушевский давал в этом районе подобное поручение. Большая Усурка подмывала в районе Рощина. Этот, как и другие наказы губернатора, в районе выполнили, отчиталась глава на двусторонней встрече. Приобрели машины скорой помощи для центральной районной больницы. И третье поручение – строительство школы в Рощино сейчас на стадии завершения. Обсудили и указы главы страны. Расскажите, пожалуйста, как в Красноармейском районе реализуются указы президента от 7 мая 2012 года, касающиеся повышения зарплаты учителей, воспитателей детских садов, естественно, работников культурных учреждений. Средняя зарплата учителей более 34 тысяч рублей, воспитателей более 24, работников дополнительного образования 25 тысяч и столько же у работников учреждений культуры. О жизни в районе узнал глава и из первых уст, провел встречу с депутатами и населением. Обозначился еще ряд вопросов, которые требуют помощи краевых властей, в их числе развитие спорта. В частности, детям необходим автобус для поездок на соревнования, а врачи попросили оснастить местные больницы новым оборудованием. Больница поселка Восток на сегодня рентген установки практически нет. Мы передали им переносной арман, ну не знаю, там, наверное, после военных лет качество снимков никакое. А также в районе требуется новый аппарат УЗИ. Эти вопросы пообещал глава региона решать в 2017 году. Но кроме современной техники, в районе нужны узкие специалисты, которые работать в глубинке не торопятся. Жители Красноармейского района интересовались, как привлечь таких на территорию. Владимир Миклушевский порекомендовал главе муниципалитета работать с выпускниками. Дарья Орлова, Павел Филатов, «Панорама».